Сирийский кризис и подготовку к встрече президентов России и Турции обсудили в пятницу Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу. Глава турецкого МИДа принимал своего российского коллегу, приехавшего на заседание российско-турецкой совместной группы стратегического планирования. На пресс-конференции Сергей Лавров раскритиковал решение США признать голландские высоты израильскими. Это осознанная, сознательная демонстрация вседозволенности. Наряду с угрозами, ультиматумами и санкциями, это вот, в общем-то, по большому счету и весь инструментарий, которым пользуются на внешнеполитической арене Соединенные Штаты. Сказал Лавров. А Чавушоглу заявил, что, признав суверенитет Израиля над Голланами, США вновь проигнорировали международное право. Ранее он заявил, что статус голландских высот останется прежним. Большинство государств мира считают их частью Сирии. Отвечая на вопросы журналистов, глава турецкого МИДа заявил, что российские ракетные комплексы С-400 скоро будут поставлены в Турцию, несмотря на недовольство и давление США. «Мы подписали соглашение с Россией. Некоторые страны не захотели предоставить нам ЗРК. Мы договорились с Россией, подписали соглашение. Этот договор в силе. И попытки третьей стороны противостоять соглашению между двумя странами и влиять на принимаемые ими решения противоречат международному праву», — сказал Чавушоглу.